Зачем так смешить? Не понимаю. Вот пусть только не будет нормально. Фу. Ну и что? Что? Ну и что? Ну и что это? Ну что это за облезлость? Облезлость какая-то. Ну все, я расстроилась. Легкая волна. Ужас. Какой-то собачий. Ну, блин, у него как-то чуть в конце какая-то волна. Вот это же паскуда. Ну, по-моему, да. Это вообще чё? Нормально. Что это? Ужасно. Каждый его канал выделял. Фу, ну фу, мне мерзко. Мне зря болела голова, пока я спала. Всё, мне гадко. Вот сейчас расчешу, и что? Не останется ни хрена. Можно так. Это, значит, надо на фиксирующее средство, а потом так гелем потрогать. Давай, да. Граф, вас ждут великие дела. Ну, гадко, что не получилось нормально накрутить. Ничего. Короче, сейчас я буду... И как я буду играть? Какая-то глупая, я не могу. Да. Ну какая-то очень глупая. Так, сейчас, подождите. Так, сейчас. Так, сейчас попробую кинуть. Подождите.
Так, сейчас мы будем налетать, как саранча. Алина купила себе тоже роллер и скребок. Я 1500 лет не пользовалась. Мы что-то решили вечернюю рутину сделать такую. Так, давайте включаем видео и сейчас будем массажироваться. Так, а скребок у нас пошел от шеи. Сейчас слишком быстро. Сейчас мы ставим понятно, но еще не другое. Ладно. Потом вот так. О, господи. Зеркало мега грязное, даже не видно нас. Сегодня прям был день вставать, и я еще случайно подумала, что воскресенье, и так обрадовалась, что можно выспаться. Но сегодня только среда, класс. Распечатала две, которые были еще на прошлой паре, на всякий случай. Мало ли, надо будет показать. Девочки, и бежим на остановочку быстро теперь. Кошмар. В итоге сейчас 20:40. Я только наконец-то освободилась, потому что пары были до 5:10. Потом быстро домой. Два занятия провела. Вот. Сейчас надо будет еще сделать задание одно по универу. Потом уже пойду делать свои дела. Тренировочку и так далее. Банка с собакой.